Всем привет, ребят! Я очень рада вас видеть на своем ASMR-канале. С вами, как всегда, Лиса. Но сегодня у нас будет не ASMR-видео, а, как я и говорила вам в своем предыдущем ролике, что я решила разнообразить немножко формат видео на моем канале. Поэтому каждую неделю будет выходить теперь чаепитие с Лисой. Это уже наше ставшее традиционным чаепитие, во время которого я буду что-нибудь вам рассказывать, либо рассуждать на какие-то темы, о которых вы меня попросите. Спасибо вам большое за обратную связь в комментах под предыдущим видео, где вы оставили мне кучу всяких тем для обсуждения. Я очень долго выбирала из этих тем, но в итоге решила, что в этом самом первом моем мукбанге я не буду говорить ни о чем серьезном, а просто расскажу вам одну забавную историю, которая случилась со мной сравнительно недавно. Тортики. Это блинный торт с заварным кремом, это тирамису, а вот это чизкейк с вишней. Я уже заварила себе большую кружку чая с бергамотом, как всегда без сахара. Так что давайте, мои хорошие, заваривайте себе тоже кружечку чего-нибудь бодрящего, попьем чая. Наверное, с блинного начнем все-таки. Шикарно. Это очень вкусно, ребята. Я, как всегда, голодная. Так, сейчас еще кусочек и начну рассказывать. В общем, это будет забавная история о том, как я готовила мужу подарок на день рождения в этом году. У него день рождения в конце марта, и я очень долго придумывала, что ему подарить. И в итоге решила, что это будет велотренажер. Ну, мы как бы с ним ходили в спортзал довольно регулярно, но после переезда здесь еще не определились ни с каким фитнес-клубом, потому что поблизости их как бы нет. А в форме держать себя хочется. Короче, я решила приобрести такую штуку. Долго выбирала из различных моделей, определилась. И в интернет-магазине сделала заказ. Ну, ребята, блинный торт — это вообще нечто. Я когда-то пробовала делать блинный торт сама, но это ужасная морока. Сначала их на печь, потом промазать кремом. Целое дело. Ну, так вот, про тренажер. Короче говоря, я заказала, чтобы его привезли днем, пока муж на работе. И заказала сразу, чтобы мне курьер его собрал. Потому что не продавались в разобранном виде. А я решила, что если он будет разобранный, ну, я его точно потом не соберу. Думаю, курьер соберет, а я его спрячу в шкафу. У нас такой довольно большой шкаф, куда муж редко заглядывает. В итоге, день доставки. Звонит мне курьер. И говорит, я у вас буду где-то после обеда. Ну, думаю, окей. Обычно муж возвращается где-то часов 7 с работы. Плюс еще там пробки, Москва, сами понимаете. И, короче говоря, я жду, сижу курьера. Нету и нету. Сначала перезвонил мне еще один раз, сказал, что попал в пробку. Ну, это обычное дело. Потом еще через час перезванивает, говорит, мне навигатор куда-то не туда повел. Короче, я заехал куда-то не туда. В общем, мне еще до вас 40 минут ехать. Я уже в такой точке кипения. Потому что понимаю, что мы не успеваем. Мужу позвонила на два всяких заданий. Там типа в магазин зайти после работы, что-то купить.
Вот. Ну, чтобы время потянуть. В итоге курьер позвонил мне в дверь тогда, когда муж уже из магазина мне набрал, спрашивал, что брать. Понимаете, да, по времени, как это все не срасталось. Ну, думаю, ладно, сейчас, может, курьер быстренько все-таки сориентируется, соберет, и я все успею. Когда он вывалил из коробки все эти детальки, а он такой еще был громадный, он где-то по 2 метра ростом, такие руки у него. Я вижу, что начинает это своими лопищами собирать этот велосипедик. И понимаю, что он, ну, не знает вообще. Ну, не то, что вообще, но видно, что, короче, не очень уверенно он это все делает. Я ему говорю, вы, наверное, новенький, да? Он такой, ну да, я только вторую неделю работаю. Ну, понятно. В общем, начинаем мы с ним уже в 4 руки это все собирать, потому что какие-то прям там мелкие детальки он просто не мог закрутить. Разгар этого всего веселья. Я слышу, как начинает открываться дверь входная в коридоре. А я курьеру говорю, о, в общем, мы, говорю, с вами ничего не успели. Это уже муж. Чай подавилась. Я ему говорю, что я вас сейчас закрою, ну, дверь в комнату к вам закрою, пойду уже сейчас встречу, отведу на кухню, попрошу, чтобы он там посидел, подождал. Мы закончим собирать, и вы потом уйдете. Ну, он такой, окей, как бы выбора немного. А я его закрываю, я бегу в коридор. Короче, блин, тортик упал как в сухую землю. Давайте попробуем тирамису. Вкусно. Не очень люблю тирамису, мне обычно кажется каким-то приторным. Но это такое ничего. Вкусно. Короче говоря, выбегаю я в коридор, а муж уже открыл дверь и заходит. И тут маленькое отступление. У нас есть одна такая семейная шуточка. Он мне постоянно подкалывает, что у меня якобы есть какой-то любовник Артемка. Имя выбрано абсолютно рандомно, то есть это у нас такая, ну, шутка, да, вот он там куда-то выезжает в командировку и говорит мне, ну что там, типа, Артемка сегодня приходит к себе. Ну, такое, короче, веселимся. Ну, в каждой семье есть такие приколы. И, в общем, дальше следующая картина. Он заходит, видит, что дверь в зал закрыта. Мы обычно ее никогда как бы не закрываем. Потом он опускает голову вниз, видит, что на пороге стоят вот такие вот кроссовки 45-го размера, ну, как минимум, такие корабли. Он подумал, что кто-то из наших знакомых в гости зашел. И он кричит по направлению к залу, ну, типа, пошутить решил, кричит по направлению к залу, к закрытой двери. «Артемка, выходи, я знаю, что это ты». А я ему говорю, это не Артемка. И вообще, говорю, это как бы незнакомый человек, это курьер. У меня там типа сюрприз тебе на день рождения. Давай, иди на кухню, посиди там немножко. Мы сейчас закончим, и потом я тебя позову. Ну, он уходит. Предварительно еще громко спрашивает. За пистолетом в машину не надо идти? Естественно, никакого пистолета нет. У меня просто такой с юмором товарищ. А я говорю, не надо, иди давай на кухню. В общем, затолкала его на кухню, закрываю за ним дверь. Давайте чизкейк, наверное, то я эту и другую точно не осилю, а хочется попробовать. Вишня укатилась. Вишенки. Вкусно. Чизкейк мне больше нравится.
общем, затолкала мужа кое-как на кухню, закрыла за ним дверь, а возвращаюсь обратно в комнату курьера. Захожу и вижу, сидит абсолютно с белым лицом курьер, перепуганный такой весь, и говорит мне: «А откуда, он говорит, узнал, что меня Артём зовут?» Короче, оказалось, что курьер реально зовут Артём. Когда муж в шутку с коридора крикнул: «Артёмка, выходи, я знаю, что ты там», курьер просто, ну, был, мягко говоря, удивлен. Он говорит: «Откуда ты знаешь, что меня зовут Артём?» Ну, я начала хохотать, так что меня, наверное, было слышно на три этажа вверх и на три этажа вниз. И я говорю: «Да ниоткуда, это абсолютное совпадение. Понимаете, его могли звать как угодно, этого курьера, но нет, вот он был именно Артём». Я говорю: «Хорошо, что вы не вышли, а то как бы, ну, мало ли». Он: «Да я, говорит, сам сижу, слышу, как он там это крикнул, и не знаю, выходить мне или нет. И откуда он вообще? И откуда он вообще знает, как меня зовут?» В общем, мы с грехом пополам закончили собирать этот многострадальный велосипед. Получилось в итоге, что он в собранном виде не влазил в шкаф. Ему пришлось обратно открутить еще ножки от него. Запихали его в шкаф кое-как. Я с ним расплатилась. Он ушел. Я захожу на кухню и говорю: «Все, можешь выходить к мужу». Ну, он побежал в зал, а там ничего нет. Ни велосипеда, ничего. Мне еще говорит: «А что ты так хохотала тут?» Я ему объяснила, что курьера реально звали Артём. Это, ну, это просто совпадение из совпадений, понимаете? Вот. В итоге пришлось ему все равно в тот же вечер дарить этот подарок. Я думаю, что он, естественно, догадался, что подарок спрятан где-то в зале. Потому как его собирали долго, понятно было, что это что-то круто габаритное. И он прям ломанулся сходу к шкафчику с целью посмотреть, что там лежит. Я говорю: «Ну ладно, не смотри, ну там спрятан подарок». Он такой: «Ну ты же знаешь, я все равно не дотерплю. До дня рождения еще там 4 дня. Я по-любому посмотрю». В общем, пришлось ему подарить раньше. Ребята, чизкейк потрясающий. В общем, если ранжировать, то вкуснее всего был блины, потом чизкейк, а потом тирамису. Уже наелась. Ну, такие забавные истории происходят со мной практически постоянно. А зато у нас нет никакой рутины в браке, это 100%. У нас все время какая-то феерия. Правда, мы женаты только первый год. А вот так же, кстати, как муж меня подкалывает по поводу любовника Артёмки. Я со своей стороны все время ему говорю, что у него там есть любовница Лидочка. Почему Лидочка? У меня был как-то корпоратив и новогодний. И, ну, он вернулся как бы вовремя, все нормально. На следующее утро я спрашиваю: «Ну что, там кто-то приставал к тебе?» «Сдам». Я просто знаю, что такое корпоративы. Это такая опасная штука. Он говорит: «Да, ну, типа, как эта девочка», говорит, походу, из какого-то другого филиала была, в красном платье. Ну, что-то, говорит, как-то проходила ко мне там, улыбалась, пыталась завести разговор. А он мне показал кольцо молча. Я сказала: «Я женат». И она ушла. Собственно, это вся история. То есть мы не знаем, как ее звали реально. Но то, что она Лидочка, это уже придумала я. Но с другой стороны, по логике вещей, если мы не знаем, как ее звали, то она вполне могла бы быть Лидочка. Не знаю, почему Лидочка. Не в обиду Лидам. Мне просто не очень нравится это имя.
короче, накрошила. Кошмар. Все, а я все. Ну, вы же знаете, ребята, эти чаепития у нас получаются обычно не очень длинными. Как раз 10-15 минут на то, чтобы вы посреди дня строили себе минутки релакса. Я надеюсь, вам понравилась моя дурацкая, смешная история про велотренажер мужа и любовника. И понравились мои тортики. Пишите мне по-прежнему в комментариях под этим видео новые темы для следующих мукбангов. И через неделю мы опять с вами попьем чаю и что-нибудь обсудим. Пока-пока.